На Калашниковском электроламповом заводе дело тоже имеют со стеклом. 1000 раз повторяют автоматы одни и те же движения. Управляет всем процессом Евгений Петрович Клиновский. А вот следующую операцию автомату пока выполнить не под силу. Тонкая вольфрамовая спираль попадает в руки монтажницы Инны Байковой. Точным движением Инна припаивает ее. Отвечая на почин москвичей, коллектив электролампового завода увеличивает выпуск продукции, добивается повышения качества, рентабельности производства.